Кипр мы выбрали еще и из меркантильных соображений. Потому что Артем, который очень любит нашу семью, позвал нас к себе всем вместе. То есть тебе не надо снимать отель, там ничего. А все-таки у нас было 6 человек. Это играет роль. Смотри, какой ты зажиточный буржуй несчастный. Ой, искупаться бы. Купайся. Ты что сделал-то? Ну ты больной. Ну что это такое-то вообще? Иди сюда, моя девочка. Давай. Господи. Мокрая, сюда не ходи, наляпаешь. Дайте мне полотенце кто-нибудь. Зачем? Там солнце на улице. Иди, обсохни вместе с кроссовками. На солнце посиди. Ходи, ходи мокрая. 2 минуты на юг ходи приехали. Мокрая. Как? Мамаша, давай, возглавляй тусню, чтобы это, распредели всех по комнате. А что, мамаша-то, а ты не будешь смотреть, где ты будешь спать? Не, я с Артемием хочу релакснуть. Все, иди, Анфис, иди. Иду, папа, иду. Дай это старым друзьям чуть-чуть душу отвести. Ну все, слава богу, можно хоть отдохнуть. Ну да, ели они мне до смерти. А мамаша-то прилипла, слышь, как банный лист ко мне. Все не таскается за мной. Я здесь живу. Я тоже здесь, Варь. Я буду на диване спать, здесь. Я на кровати. Может быть, пивка? А только пивко есть? Нет, все есть. Ну, наливай! Та-да-та-та-та! Чип и Дейл спешат на помощь! Та-да-та-та-та! Мамулик, мамулик! Вот, а теперь можем спокойно пить. Отдыха не выпить, это безумие какое-то. И Оксана это знает, и я это знаю, и она приглядывает за мной. Потому что если чуть-чуть выпить, смысла нет. Ты всей душой это не вкусишь, я же русский человек. Это ж не абы как отношусь к этому. Вот здесь я буду почивать. Мы будем почивать. Оксана, я не люблю с кем-то. Вот я лежу так, лежу и говорю: Оксана, приди ко мне, Вальков. А ты там в кружевных колготках бегаешь. Или ты выпить опять хочешь? Даже не начинаю. Не хочешь? Ну ладно. У тебя по лицу зритель поймет, что ты женщина не пьющая. Я не люблю вообще. Ой, фу. Пьющая мать, горе в семье.